И вот мы на стенде компании Lenovo, снова с вами Fera.ru. Этот ноутбук, пожалуй, заинтересует не только корпоративных пользователей, хотя изначально он предназначен для них. Это, собственно, ThinkPad X1 Carbon. Конечно, этот ноутбук анонсировали уже достаточно давно, однако вживую мы пока его еще не видели. Пожалуй, самая главная его фишка, то, что он весит всего 1.38 килограмма и толщина его всего 18 миллиметров. Фактически это самый легкий 14-дюймовый ноутбук. Конечно, он предназначен для корпоратов. У него Full HD матовый дисплей с диагональю, как я уже говорил, 14 дюймов. Вот тот самый знаменитый леновский тачпад, который считается одним из самых удобных в индустрии. Конечно же, есть технология VPro, как это всегда происходит в корпоративных ноутбуках. Да, удобная та самая клавиатура леновская. Набор разъемов, надо сказать, не слишком богатый, ну, по крайней мере, на мой взгляд. С одной стороны, есть всего один USB-порт и слот для SD. Кстати, есть также Thunderbolt, который набирает популярность постепенно. И второй USB-порт расположен с другой стороны. Также здесь есть то самое гнездо зарядки, которое используется в Lenovo. Оно удобное, и за провод практически невозможно сбросить ноутбук со стола. В остальном ноутбук очень понравился. То, что он крепкий, то, что у него такой вот матовый экран. Вторая интересная штука на стенде Lenovo. Вот такая вот таблетка на Windows 8 на процессоре Intel CloverGL с 32 или 64 гигабайтами SSD. Вообще, это обычная таблетка на Windows 8, но вот важно то, что у нее есть вот такой вот стилус, то есть ее можно использовать как полноценный планшет. И здесь полноценная Windows 8, а не Windows 8 RT. То есть вы сможете запустить все свои приложения, которые вам нужны. У нее есть порт HDMI, это док-коннектор. Также у нее есть полноценный USB, порт для зарядки. И также есть возможность вставить SD-карту, microSD и SIM-карту, то есть он поддерживает 3G. К планшету также есть вот такой вот док с клавиатурой. Кстати, ну, на мой взгляд, клавиатура... здесь клавиатура еще не рабочая, это фактически демонстрация, но я надеюсь, что она будет хоть сколько-нибудь удобная. И минус, безусловно, в том, что здесь нету дополнительного аккумулятора, здесь есть только вот такой вот порт USB, видимо, для того, чтобы подзаряжать планшет, когда он находится в доке. Ну, зато есть фирменная пимпочка от Lenovo. И нету тачпада. Обещаю, что таблетка будет работать на протяжении 10 часов без необходимости подзаряда. Это, кстати, очень хороший показатель. В основном заявляют часов 8. Но пока, так как мы все это не тестировали, конечно, мы не можем с уверенностью сказать, насколько это будет правда. Вот в остальном можете посмотреть. Здесь приятный такой софт-тач пластик. Здесь 6-ячеечная батарея. И остальных характеристик, в общем-то, нету. Ну, то есть, вот эти вот таблетки нановоматами, за них взялась Lenovo, на мой взгляд, они действительно неплохие. Сделано хорошо. И это полноценная Windows 8, а не Windows 8 RT. Как только нам сказали, соответственно, меньше чем 10 мм толщины, 10-дюймовый экран и 10 часов автономной работы. В общем, концепция 10-10-10. На задней поверхности планшета расположена 8-мегапиксельная камера со вспышкой. К сожалению, качество мы пока не можем оценить. А на передней поверхности расположена 2-мегапиксельная камера. Ну, она предназначена, понятно, прежде всего для скайпа и прочих видеоконференций.